Я вызываю Надежду Юрьевну. Аплодисменты. Добрый день, дорогие зрители. Добрый день еще раз, дорогие участницы. Вы сегодня такие вот прекрасные, прям любо-дорого на вас посмотреть. Все старались, много готовились. И вот мы посовещались и подвели итоги. Итак, награждается дипломом Гусева Арина. Она у нас принцесса, Марья искусница. Ай, какой красота! Мне очень радостно поздравить нашу Самсонову Викторию. Она у нас принцесса, принцесса Рапунцель, которая хорошо умеет танцевать. Молодец, Витя, ты нас поразила своим колесом, когда вышла так смело на сцену. Спасибо. Вау, молодец. Молодец. Для награждения следующих участниц я приглашаю Антонину Ивановну. Улыбаемся. За хорошее пение Волгина Мария. Маша у нас принцесса Белоснежка. Так решила жюри. Понятно. Для награждения следующих участниц я приглашаю Марину Анатольевну. Аплодисменты. Всего конкурса не покидало чувство гордости, потому что все участницы или являются учениками нашей Комковской школы, или готовятся ими стать. Наши будущие первоклассники, я думаю, вот Машенька точно идет, я думаю, что и Аришу мы в первый класс тоже примем с удовольствием. Я хочу сказать большое спасибо участницам. Несмотря на то, что они очень волновались, каждая из вас была настоящей принцессой, на которую было очень приятно смотреть. Молодцы, девочки! Еще я хочу поблагодарить мам, пап и бабушек. Во-первых, за поддержку. Во-вторых, за ту огромную работу, которую вы провели в ходе подготовки к этому конкурсу. Сколько красивых платьев, сколько изумительных причесок мы сегодня увидели, что захотелось вот просто соответствовать нашим принцессам. Спасибо вам большое и с праздником. Я с большим удовольствием называю принцессу Жасмин. Это Груздева Маргарита. Лиза, ты молодец. Своей визитке, несмотря на то, что музыка не заиграла, ты так достойно вышла из этого трудного положения. Молодец! Принцесса Марья Искусница. Кузнецова Наташа. Кузнецова Примутра, Наташенька. Очень скромная, очень элегантная и очень умная девочка. Спасибо, Наташенька. Держим интригу. Для награждения финального приглашается Виктор Константинович. Еще раз от тебя, всех самых умных, красивых, наших любимых, с праздником. А сегодня у нас действительно замечательный, красивый праздник, где все же основную роль сыграли мамы, бабушки. Вот. И у нас сегодня прекрасное настроение. И день замечательный. И жюри немножко изменило решение ведущих. Ведущие объявили, что сегодня у нас будет один победитель. Ну, оценив всю красоту, представленную нашими девчонками, мы решили определить двух победителей, которые будут представлять наш родной поселок на районном конкурсе. Александра!
держи корону крепче. Аплодисменты нашим маленьким звездочкам. Аплодисменты такому жюри хорошему, которые решили вот так вот выйти из этой ситуации. И я думаю, что все сегодня молодцы, и женщины, всех с праздником. Спасибо большое. До новых встреч.